Возьми маму, давай. Мы в буфете так налупились, опять приехали. Он говорит, мама, давай быстро доедай. Это вот ее тарелка. Так, и вообще-то нам всех на нас. А зачем я тебя просила? Никогда не делай, когда не прошу. Она, чтобы съехать, она хочет, чтобы я ей помогла, потому что самой не лезет. Я со своим еле справилась. Что? Мама за бейби. Мама, да, мама у тебя бейби. Давай кушать быстро. Вот так вот. Правильно, правильно, Тушенька, правильно. Мама тебя заставляет кушать, и ты заставляй ее кушать. Я его сегодня не заставляла. Я тебя сегодня... Бедная мама. Он отыгрывается. Пока у него такая поддержка, как я, появилась... Тони. Can you see mama is angry? Can you see it? Все, стоп. Тони, лучше остановись, потому что мы сейчас же придем в эту. И мама с тобой разберется. Ты меня слышала? Тони, все. Все, ладно, молодец, умничка. Ты хорошо маму покормил, и мама молодец, хорошо покушала. Мама хорошо покушала. Нет? Посмотри, мама сколько съест. Посмотри, целую тарелку всяких печений. Накидали себе тарелок таких. И подходит к нам официант на русском, говорит, начинает разговаривать. Или так посмотрит мальчик на нас, скажет, боже, и кто на таких женился? На проглотах. Две такие проглотки. Полные тарелки еды. Он так посмеялся. Ага, банан в тесте, ага. Да. Итак, сегодня 15 марта 2013 год. Пытка едой продолжается, который день. Пытка морем продолжается, лазурным морем продолжается, солнцем тоже. Мами, somebody is down there. Тони, ну иди с мамой разберись, иди, я с тебя снимаю. Давай, поговори с мамой. А расскажи мне стишки, помнишь, ты мне рассказывал стишки, Мишка Косолапый? Расскажи мне, пожалуйста. I forgot. Мишка Косолапый, повторяй за мной. По лесу идет. Мишка Косолапый по лесу идет. Шишки собирает? По лесу идет. Шишки собирает? Песенки поет? Карман тоже. Нет? А ну расскажи. Расскажи. Мишка Косолапый по лесу идет. Шишки собирает? Шишки собирает. Команды. Пана мышки. Вдруг упала. Упала шишка. Пана мышки лоб. Мишка, что сделал? Сотни дерса, гою топ. Умничка, молодец. А наша Таня расскажи. Рыдопусю. Таня плачет. Наша Таня. Наша Таня. Пинка плачет. Но Лила не мяч. Тише, Чанечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Не утонет в речке мяч. В речке мяч. Жили-были. Три гуся, вот и сказочка уся. Мам, that's it. Non-story. Эй, come to me. Эй, listen to me. Big boy. Мама did not ask you. I ask you. Ask you, Tony, please. Could you please tell me story? The story. You should yell at me, not at mama. Ну что? Хочется на маму кричать. Ну да. Вешалку мы с тобой забыли взять, чтобы кормить маму. Эх ты. Не сильно вас боюсь. Ага, все так говорят, и сильно боюсь. Mommy, I'll hit you so hard you never tried. For what? What the reason? About her bad behavior? Мама, ты почему себя так плохо ведешь вообще? Because скажи, she wasn't eating onions and that. А вдруг мама будет целоваться ночью с кем-то? Что ж ей анинсы есть? Она же у тебя не замужем девушка. She have to eat French fries. Ага, вот когда у тебя девушка появится, наестся лука, пойдет с тобой целоваться. I'm gonna hit you so hard. Because
маму можно бить? I'm 11. Антоша, а маму разве You можно are 11? А девочек разве можно бить? Иногда. Мами, Андуша... По пятницам. Do you remember Андуша just... You remember daddy just take you out? My dad just said go away to my mom. Wow. Why? What's the reason? What was the reason? She brought Andusha. Andusha was throwing toys at me. It hurt. Вот оно что. Who is Andusha? Andusha is my brother. Brother. And math, no. He is bad to me because he played with you. No, he wasn't playing. He hit me hard with a toy. So hard. And I'm not joking. And that's why my dad. Настоящий мужик. So boys can hit girls. Please head straight to the gateway at this time. No way. Мальчики могут ударить девочку. No way. Boys cannot hit girls. Mom, you can do it. My dad just screamed on you at home. So? But daddy didn't hit mommy, no? No. Daddy didn't hit mommy. Well, he screamed on you, so... Yeah, but not here. Как он разговаривает. You can scream, but not here. Stop! Don't touch. Какой он классный. Боже, как я, Тони, я тебя обожаю. Тони, I adore you. I'm 11. Попробуй не согласись, мама, что ему 11 лет. Нет. Он ведет себя, как маленькая бэби. I am 11. Большие мальчики не кричат на маму. So? Такой классный. So? You're not going to go cuckoo. Never. Куда? No, I am going to go cuckoo. Куда? С кем ты пойдешь купаться? Ку-ку? С тетей Люда. А тетя Люда не идет купаться, она идет спать. В номерах. Не, ну я могу передумать, чушь. Ради любимого Тони. А я вас закрою. Боже, мое солнышко, как же я буду за ним скучать. Well, you gotta eat all of that, I'll give you a kiss. Вот так, если ты все это, мама, съешь, я тебя поцелую. Давай, мама, доедай. Я и так заберу кис. Nope. Nope. Mommy, when I'm going to sleep, I'm going to watch you at night. Ага. А я подкрадусь и поцелую. Nope. You never did that before. Every night, I saw it. Every night she just get up and kiss you. Как раз когда ты заснешь. Yes. You are ex. No kisses. No kisses. After you eat that. Вот после, вот поешь вот это все, и только после этого ты будешь есть. Будешь меня целовать. Вот он воспитывает маму так, как она его воспитывает. Она его заставляет кушать, you и он тоже. Оторвался. Ты хочешь быть здоровой, мама, крепкой? Так я же уже съела. You gotta eat, mommy. Зачем? Спроси, мама, ты хочешь, чтобы у тебя зубки были белые? Мама, you wanna eat? Мне уже поздно. У меня своих зубов. You want your teeth to be really white? У меня уже нету моих зубов. Есть, скажи, есть. Планы. Все твои. Не говори такие глупости. Open your mouth. Your teeth is not red. White. Если ты будешь хорошо кушать, скажи, будут белые зубки. Я пью молоко, так что не будут, они не так. Смотри, какие белые у него зубки. Ага. Why you didn't eat fish? Вот потому что я маленькая была вредная и не кушала фиш. Ха! You're a baby. Yes, I am. You're acting like one baby. Yeah. Like 1 year old. Yep. See? Ты видишь себя как одногодовалый ребенок. Like a baby. You wanna be on a diaper? Ты хочешь носить подгузники? Окей. Do you have diaper? My dad have diaper. А дади зачем diaper? Дади что, писается в штанишке? No. Нет? He's strong. He's so strong. He can even punch a wall. Wow. Or glass.
Why? What? Why? When you wasn't here, my dad did that for real. It's not funny, mom. It's not funny, mom. Это как папа писал письмо, спрашивает все время по телефону, снимает, are you miss me? А daddy answer, hell no. No. He said сказал? He loves me. Of course. And he crying was telling No. Yeah. Big grown-ups don't cry. I saw it. Большие мальчики не плачут. I saw it. Do you go to my dad without me? No. Without you, no. You are wrong. You are wrong. Такой клоун, жестикуляция, все у него. Какой он класснёвый. I'm correct. Я прав. I'm correct. Вот так. Ему надо срочно, сниматься в кино. Сколько жизни. Сколько жизни. He is not crying. He is not baby. No, he not baby. Sometimes they don't cry too. Sometimes they cry, but they hiding that nobody see. I saw it. He crying. Who, Because mama? He want daddy. He want so badly want be with Tony. Yeah. Don't say that. Не говори так. I'll put tape on your mouth. No. You won't talk. Я заклею твой рот пленкой. I don't like when you're telling somebody that. Okay, я не буду никому говорить. Too late. Это секрет. Слишком поздно. Too late. I'm gonna go to my dad and say, can I have some tape so I can shut my mom's mouth with tape? Позвонил отцу, говорит, скажи, ты не можешь дать It's true. Ленту, чтобы я закрыл рот моей маме. Это не для нас? Тони, мое солнышко, не расстраивайся так, ты что? Ты такой взрослый, большой мальчик, 11 лет тебе. Это он просто балуется, он вообще самый замечательный в мире. Добрый, ласковый, солнышко. Я все послушала. Боже, сколько жизни в каждом слове, в каждом движении. Что-то вечером будет интересно. I'm cleaning my teeth. Have a great night, ladies and gentlemen. Zone 11, head on down to the gangway, and we'll see you all over the ship this evening. So they can be shiny. Палкой клеит, чтобы были блестящие. Это уже сколько народу это свалило. Это же ужин может быть в одну смену. Конечно, он и будет в одну смену. Я уже об этом подумала. Она принесет, положит в этот. And I'm going to be 12. Когда? When I'm going to be older. And I'm going to be a big boy. Yeah, thank you. Don't want to help you? Thank you. Okay, do that. Так, мама, давай доедай, быстро. Yes. Чё, давайте, я с собой возьму. Быстро давай доедай. Я с собой возьму. Не, а ты вон свое мороженое доедай. Ага. Кричал. Побольше, мама, вот это с этой стороны, вот с этой. И в серединке, и такую вверху еще сделайте. Я тебе сделала. Все, как ты просил. Ой, за ними наблюдать это одно удовольствие, вообще сказка. I'm full. You full or you full? What does it mean, full? Full. There is two full. What? Full means one, you call them they're stupid. Stupid, yes. And one, that means you're full.
Food means you're not hungry. You're not hungry. No, I'm not hungry. Два значения слова full, только пишется по-разному. Full — это дурачок, stupid, значит. А второй full — это значит полный, полный, full. Слушай, я не знала этого. I'm full — это значит я заполнен, ну, то, переполнен. Я, да, только то, по-разному я пишется, full, звучит одинаково. Не, ну, то, что я full, я это знала, но то, что вот есть еще другое значит, слово, а он это уже знает. Full — то есть это. Они в школе уже это проходили, и он это уже знает и может объяснить это. Все дети знают все плохие слова сначала. Его, он говорит, мой мозг из очень не могу на русском умный. Говорить. Очень умный. And my brain is so smart too. Ладно. What about mama? Ask mama. Я среди вас самая умная. Пошли. Mama said her brain is smarter than yours. Пошли. No, идем. Your brain is not smart. Okay. Пошли, немножко отдохнем. It's mama. You have to say, mama, yes, you are so smart. She doesn't know how I'm old. She knows. She gave you birth. Of course she knows. She always says, she always counts to six. But she can't count. She always loses. Because she have to think how old I am. She knows, mama, how old your son? 11. Oh. She said you are 11. Она сказала тебе 11 лет. No. А сколько тебе? When she was when we was alone at home. Ага, когда мы были одни дома. And she said, она сказала, I was 2 years old like a baby. Она сказала, что он был 2 года. Она, I remember. Я помню, почему она так сказала. Потому что ты вел себя как маленький мальчик. Ты плакал. Она сказала, тебе 2 годика, а не 6 лет. Я помню. Mommy, when we get back home, I'm gonna punch you. Маму нельзя бить. Маму нельзя бить. Девочек вообще бить нельзя. Ни девочек, ни женщин бить нельзя. Ты знаешь что, если мама позвонит в полицию, если ты punch her, они тебя заберут faster home и отдадут другой маме и папе. Ты хочешь этого? Это не шутки, ты что? Маму девочек бить нельзя, и тете нельзя бить. Пацанов, пожалуйста. One time. Задумался так. Мами! Думает, не буду я тебя панчить. Мами! У него мгновенно все это просчитывается. Счет пошел. He is so smart and he knows it. My dad punched my brother. Okay, let's go. Thank you very much. I'm gonna go to the swimming pool. Все, пока-пока.